Впервые в Абхазии открыт шоу-рум, объединенный с салоном красоты крупнейшего в России производителя кислородной косметики «Faberlic». Представительство компании открыто в 24 странах мира. 3 года «Faberlic» работает в нашей республике. Качественная косметика по уходу за кожей и волосами, эксклюзивный французский парфюм, декоративная косметика, продукты для дома и здоровья, а также модная одежда в нашей стране пользуются таким спросом, что профессиональной командой «Faberlic» было принято решение открыть шоу-рум. Так как у нас спрос пошел хорошо, и люди пользуются этой продукцией, у нас химия, одежда, косметика, все для дома, все для женщин наших, для мужчин, для детишек, все из хлопка. Так что мы сегодня решили расширяться и вот так сделать салон, где будут все будет продукция «Faberlic» и шоу-рум. Каждый человек может нас увидеть в интернете, подписаться через интернет или может прийти и тут подписаться. Потом сделать заказ, оплатить его в терминале или в банке и приобрести заказ, забрать. Теперь в салоне «Faberlic» можно заказать любой продукт, при этом не теряя времени сделать укладку, стрижку, макияж, маникюр или педикюр. Вся используемая в бьюти-процедурах продукция принадлежит исключительно компании «Faberlic». Работать мы будем на продукции «Faberlic». Предоставляться будут уходы, спа-процедуры для волос, окрашивание непосредственно краской «Faberlic», стрижки, укладки. У них очень богатый комплекс восстановления и увлажнения волос, эффективные масла на основе. Продукция довольно-таки хорошо себя зарекомендовала по уходу за волосами. Также есть продукция по уходу за руками, телом и также лицом. Так как мы недавно открылись, до Нового года у нас будет проводиться акция на продукции «Faberlic», как бы уходовая программа будет, окрашивание предоставляться клиентам бесплатно. Материал именно продукции «Faberlic» предоставляется бесплатно. Приглашаем всех гостей попробовать нашу продукцию для поднятия настроения и приукрасить вашу красоту. Салон начал свою работу. Первых клиентов ждут приятные сюрпризы, скидки, хорошее настроение и, конечно, качественный сервис. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.